ну, что хотелось бы сказать. Все знают, что война на самом деле не лучшее занятие для мужчины. Но для мужчины есть два хороших занятия. Это торговля и война. Сейчас не все мы можем торговать, да и не от всех нужна торговля. А воевать и защищать родину, только родину с большой буквы. Не чиновников, как некоторые говорят, мы там за Порошенко воевать не пойдем, за чиновников воевать не пойдем. На самом деле это война за то, что называют территориальной целостностью страны. И если мы не позволим, вернее, позволим себе отдать Донецкую, позволим отдать Луганскую область, как в принципе уже почти позволили Крым отдать, ну как бы завтра, послезавтра эта война дойдет и до Полтавской, и до Херсонской, и до любой другой, и до Закарпатской области. Поэтому я думаю, долг каждого человека, именно мужского пола, и кто считает себя мужчиной, не косить от военкомата, как это рекомендуют в интернете, а прийти и минимально выбрать, ну точнее помогут же ему выбрать посильную ему работу и посильное занятие. И каждый внесет свой посильный вклад в наше общее дело.